Сотрудниками отдела полиции Ленинский, управления МВД России по городу Челябинску, задержаны трое подозреваемых в совершении краж денежных средств у граждан пожилого возраста на общую сумму более 400 тысяч рублей. В настоящее время полицейскими установлена их причастность к совершению трех аналогичных преступлений. По всем фактам в отделе полиции Ленинский возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств, а также установление их причастности к совершению других эпизодов преступной деятельности.